Представь на секунду. Последний рассвет. В постели лежит, окруженный врачами, мужчина 80 с чем-то лет. Без тени сомнения, без капли печали. Он смотрит на стену. На ней же портрет. На нем улыбается всеми лучами прекрасная женщина 30 лет. Без капли сомнения, без тени печали. И видит врачи. Он бесспорно готов. Пусть встретят друг друга в невиданной дали. Мужчина и женщина, без возрастов, без тени сомнения, без капли печали.